place. Maintenant dans la France. On the ice, representing France, Brian Joubert. Жубер на льду. Впервые в нынешнем сезоне на этапе Гран-при с произвольной программой. На первом для себя этапе Брайан Жубер в Шанхае не вышел на произвольную программу по причине несовместимости его повреждения с прокатом столь сложной программы. И вот впервые в нынешнем сезоне мы видим одного из самых любимых фигуристов на льду с произвольной программой. Одного из самых любимых, вне зависимости от национальности, возраста, половой принадлежности и чего бы то ни было. Жубер любят многие. Да что там многие, почти все. С четверным тулупом Жубер в начале программы пошел на еще один тулуп вторым элементом, но только три оборота. Видимо, почувствовал, что то ли не выкрутит четверной, то ли не сможет его сделать в каскаде, и чтобы не терять элементы, оставил только три оборота. Двойной тулуп в каскаде. Вот это отлично тоже. Как раз когда Луц исполнял Брайан Жубер, режиссер поменял камеры, да и в такой неудачный момент, что половину прыжка мы с вами не увидели. Точно могу сказать, что и Флип, и Луц, и Ридбергер все были исполнены Жубером в три оборота. Каскадами пока не хватает у Жубера каскадов. Один только исполнен. И трех возможных. Ну, видимо, в концовку будет вставлять, потому что все возможные прыжки тоже уже сделаны спортсмены. Которые могут быть выполнены по отдельности, не в каскаде. Вот что-то похожее.
Даже при не самом внятном выступлении Бриан Жубер умеет покорить публику. Да, он прекрасно понимает, что это выступление далеко от того, к чему он стремится, и от того, на что он способен. Но, как бы то ни было, сейчас публика в очередной раз приветствует Жубера, который опять вернулся покорять сердца зрительниц. Ну и сам спортсмен, понимая, что откатался далеко не по максимуму возможного и не слишком доволен, но тем не менее, очень надеюсь, что еще на этот сезон, на оставшуюся его часть Бриана хватит, а там, глядишь, он подойдет в лучшей форме и к Олимпиаде в Сочи, и мы Бриана увидим в Сочи вживую, пусть не на этом финале, но через год на Олимпиаде. Ну, теперь давайте посмотрим, что же там по оценкам. Жуберу, чтобы обойти Амодио и остаться выше него в таблице, нужно набирать 139 баллов. Для него это вообще не результат. Он такие произвольные катает на каждой тренировке, я так полагаю, на эти 139. Но другое дело, что сейчас вышло далеко не все. Плюс ко всему, он остался без одного каскада. Да и те каскады, которые были, тройной аксель плюс двойной тулуп, тройной флип плюс двойной тулуп, они были не слишком впечатляющими по базовой оценке. Вот он, четверной тулуп в самом начале с падением. Это, соответственно, здорово судьи отминусуют. Потом только тройной тулуп был следующим элементом. Это аксель плюс двойной тулуп. Ну да, да, тут возникнут сложности с базовой стоимостью балла. Другое дело, что авоська оценок за компоненты уже беру, пожалуй, побольше, чем у Амодио будет. Но, тем не менее, Флоранто откатал, если говорить о прыжковых элементах, получше и наберет там побольше баллов. Но он, правда, и получил за свою произвольную 154. Жуберу для того, чтобы остаться выше Амодио, столько просто не нужно. Сейчас идет борьба между двумя французами за попадание на пьедестал почета на французском этапе. Je suis d'accord, surtout que... Les sorts. Je dépasse les 50 au moins. Voilà. Oui, super. Superbe. Ah, superbe. Ух ты, ух ты, арбитры не пожалели Бриана. Сразу я сейчас пытаюсь посмотреть, что там по второй оценке. То, что он Амодио проигрывает, это очевидно. А вторая это оценка, Амодио 77. И второй оценку он Амодио тоже проиграл. Жубер второй. On the ice, but then you can have Takahito Ohura.